они прямо на суде сказали буквально так. Да, значит, мы подтверждаем, что в ходе эксгумации его личность была установлена, но мы отказываемся считать его жертвой этого расстрела. Хоть он, хотя установлено, что он военнопленный осташковского лагеря, что вот в этой яме все, кто там лежат, это военнопленные осташковского лагеря. В 91-м году уже как бы различить останки, кому что принадлежит, уже было невозможно. Но черепа, значит, простреленные остались. Вот, значит, судья говорит, ну, значит, дырка в черепе, это еще не означает, что человек погиб в результате политической репрессии. Он, что просто было применено огнестрельное оружие. Значит, судья, прокурор, значит, говорит осторожнее, что да, вот он погиб, но мы не можем утверждать, что он погиб в результате решения Политбюро, и вообще отказываемся считать, что он был расстрелян. Может быть, он случайно в эту яму попал. Хотя сами же, так сказать, установили его личность. Разрешите? Хорошо, давайте теперь к вопросам перейдем. Скажите, пожалуйста, я вот сразу, как вы правильно... Представляйте, пожалуйста. Клюзов Евгений Иванович, Союз писателей. Вот, я открываю сразу посерединке, да, и вижу, значит, дело о находящихся в лагерях для военнопленных 14 700 человек, бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, там, осадников, То есть классовый подход. И, кстати, в фильме это видно, да, что это классовый подход. То есть один вернулся, видимо, был из более низких слоев населения. Ну да, то есть если прочитать это постановление, он вернулся, потому что он попал в список погибших, а не потому что... Нет, он попал в список, потому что... Офицер, который вернулся, это, значит, отдельный. То есть их разделили, как говорится, на белых, черных, там, желтых и так далее. Вот. Смысл значит в том, что я вижу здесь классовый подход, четкий. Он прослеживается. И даже в фильме, как говорится, об этом тоже сказано. Значит, теперь я к чему? Вопрос в чем? Значит, а мог ли при советской власти не применяться классовый подход? Понимаете? Что вы знаете по этому поводу о суде страшном над КПСС в 94-м году? Там поднимался этот вопрос. КПСС закончился в 92-м году. Ну, то есть так, да. Это не был суд над КПСС. Так, значит, что касается классового подхода, то я хочу сразу сказать, что там, что разделение на тех, кого расстреляли, а расстреляли практически всех. Так? Расстреляли там 14 500 с чем-то человек, в живых оставили 395. Значит, это было не по классовому критерию. Это отдельный вопрос, по какому критерию, значит, принято решение о том, чтобы сохранить жизнь этим 395. Скажу сейчас. Критериев было несколько. Значит, было 5 групп людей, которые, так сказать, подлежали исключению из-под расстрела. Группа номер первая. Значит, люди немецкого происхождения, за кого хлопотало еще раньше германское посольство, хлопотало об освобождении, конечно, не о том, чтобы, дескать, вот не расстреливайте, а вот просили освободить. Это первая группа. Очень похожая группа, но гораздо меньше по численности, это те, о ком хлопотала литовская миссия. Это порядка 20 человек. Дальше. Значит, в этих лагерях, где они находились несколько месяцев, более полугода, разные управления НКВД, ну, то есть одно управление, управление разведки, проводило свою работу с целью выискать людей, которые могут им пригодиться, которые могут согласиться на сотрудничество именно по разведывательной линии. Так? И вот, значит, это управление тоже подало некоторый список людей, которых они, значит, просили сохранить. Дальше. Группа тех военнопленных, которые во время пребывания в лагере, значит, пошла на сотрудничество, ну, стали информаторами. Поэтому в фильме, вот, чтобы пояснить эпизод, почему офицер армии Краевой стреляет себе в голову и... Нет, это не армия Краевой. Армия Ледова, простите. Насчет армии сразу скажу, что тут в фильме как бы упомянуты в том или ином виде целых
как бы четыре польских армии, так, армия Людовой среди, а нет, упомянутая армия Людова тоже. Упомянутая. Но тот, который вернулся из Катыни в военной форме. Единственный, кто упомянут из армии Людовой, это староста, тот, кто стал староста, значит, муж довоенной служанки. Муж довоенной служанки. Вот там есть упоминание, что он был в армии Людовой. Значит, если говорить о... Если говорить, да, это партизанская армия, которая просто возник коммунизм. Значит, армия, сейчас минутку, армия Краева, это вот этот молодой парень, который вот вышел из леса и приехал поступать в эту самую художественную академию. Вот это армия Краева. Значит, вот в самом начале это войско польское, это вот польская армия. Так? Значит, дальше вот армия Андерса упоминается. Вот в армию Андерса вот эти 300... Это уже пятая армия. А, да, тогда пятая получается. Армия Андерса. Нет, ну пятая, да, потому что еще армия Бернанка. Вот этот самый вот Ежи, офицер, который, так сказать, стреляется, он, вот он попал в эту группу 395 уцелевших. Да? Затем вот он тут упоминает, и это такой, значит, эпизод довольно редкий, где он упоминает, что вот он не успел добраться до пункта формирования армии Андерса, которая, как известно, значит, в 1942 году была эвакуировалась из Советского Союза. И спустя там менее чем через год после этой эвакуации в Советском Союзе стала формироваться польская армия под руководством польских коммунистов, армия Бернинга, ее так на жаргоне называют. Вот он попал в эту армию Бернинга. Я уже забыл, в чем вопрос, правда? Нет, я спрашиваю. Нет, я про армию. Вопрос. Классовый, во время суда над КПСС в 92-м году этот вопрос там поднимался, вы знаете об этом? Ну да, эти документы были объявлены тогда на суде над КПСС. А вы знаете результат этого суда над КПСС? Ну, известен. Знаю, да. Какой? Ну так вы сами скажете. Я вам скажу, потому что это неправильно называть судом над КПСС. Как раз наоборот. КПСС была запрещена и распущена. Она обратилась в Конституционный суд с требованием восстановить себя. И этот суд был по требованию КПСС и КПРФ себя восстановить, как партию. И было принято решение такое многоплановое. Вот это можно, вот это нельзя, вот это мы разрешаем, вот это не разрешаем. И на основании этих всех решений была восстановлена, репродуцирована КПРФ. Это не суда над КПРФ. Ну, точнее, да, значит, было отказано в признании незаконным КПСС как целого. Но при этом было признано, значит, незаконной была признана деятельность руководящих органов КПСС. Вот, значит, вот окончательный результат. Нет, это же вот, раз она была признана незаконной, я понял. Для чего вопрос задают? Если она была признана незаконной деятельность руководящих органов, то, пожалуйста, ссылайтесь на это решение в своих запросах в прокуратуру. Хорошо. Какие еще вопросы? Вот у вас... Представьтесь, пожалуйста. Ситуация с рассекающими людьми, что вечно будет 36 дел, они как отвечают? Основной аргумент? Ну, значит, ну вот тут тоже мы предпринимаем такие усилия, нам отказывают. Значит, мы посылаем запросы на рассекречивание в качестве, так сказать, пилотного документа. Мы требуем рассекретить то самое постановление о прекращении дел, потому что оно в сжатом виде все результаты содержит. Значит, нам главная военная прокуратура отказывает в рассекречивании, ссылаясь на вышестоящий орган, на межведомственную комиссию по защите государственной тайны. Значит, на самом деле этот ответ на запрос о рассекречивании, он тоже незаконный, мы тоже его обжаловали в суде и тоже потерпели в суде поражение. Сейчас, значит, пробуем второй заход по этому рассекречиванию. Ну, значит, там отдельный вопрос насчет рассекречивания, там есть своя хитрость, как построен закон о защите, закон о государственной тайне, это отдельный, так сказать, роман или песня, или как назвать. Так, пожалуйста, вот парень хотел, или девушке дадим. Представьте, пожалуйста. Екатерина Китаева, Высшая школа экономики. Мне вот непонятно, нам давно известно о репрессиях Сталина, потому что для никого сейчас это не секрет. Не секрет о катынинском преступлении. Так почему фильм в России, он не выходит на большие экраны? Почему? Ну, знаете, мне на самом деле тоже это непонятно. Я думаю, что... Но я не очень в курсе. Мне просто непонятно.
знаете что, значит, вот я не знаю, как господин Граль обещал все же сюда добраться. Вот, вот он знает все детали, потому что ситуация такая, что какая-то, значит, дистрибьютерская фирма российская закупила права на прокат этого фильма в России. И после того, как она закупила, все закупила. То есть есть некоторая фирма, которая обладает правами на прокат. И эта фирма этот фильм не выпускает. Почему? Чисто формально я могу объяснить. Фильм был закуплен нашей компанией российской. Но возникает ощущение, во-первых, купить фильм – это одна цена. Право на показ – вообще другая цена. Есть предположение, что он был закуплен для того, чтобы его никогда не показали. Потому что теперь вы не можете купить, даже если мы скинемся и купим, то мы показать этот фильм не можем, он куплен. А они не показывают. Это чисто формальная сторона. По содержанию. А этот показ сейчас вынесли тогда. Этот показ, а он не коммерческий. За билеты на основании права польского посольства на территории России. Мы закон не нарушаем, хотя я исключал, что здесь там память появится. Тише. Нет, такие показы, как этот, проходят по России. И мемориал организует в разных городах, вот организует такие показы. И вот польский культурный центр, это не запрещено. А вот широкий прокат, когда, так сказать, люди идут в кино, покупают в кассе билет. Коммерческий. Да. У меня вопрос, скорее, не вопрос, а ответ такой риторический. А вот представьте себе, что вместо фильма «Сталин Лайф» было 45 серий, если не ошибаюсь. И потом чудом вторую очередь не запустили еще 45 серий. Ну, должны были запустить. Вот если бы вместо этого фильма в прайм-тайм нам вернули бы историю, и наши граждане, соотечественники, узнали бы, что... Это ведь правда. Вот правду-то и скрывают. То есть, наверное, тогда бы в конкурсе «Имя России» навряд ли Сталин бы стал героем, после чего вся Европа просто плюет сюда, потому что, ну, дикари, все же в Германии Гитлера возносить, а здесь Сталина возносить. Мы все время, вот, как бы наш народ говорит, вот он глупый народ, там, не готов. Если проголосовали за Сталина, значит, мы должны признать, что наш народ выбрал его как одного из величайших людей, наравне там. Квалификация народа, вы хотите сказать? Это квалифицирует народ, вы хотите сказать? Народ хочет таких вещей. Значит, квалифицируйте народ. Есть еще вопросы или нет? Или мы еще дискуссии? Так, вот Алексей, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Вопросы. Представьтесь, пожалуйста. Потише, дорогие. Хотел бы фактически какие-то вопросы задать. Во-первых, можете уточнить статус и судьбу статских людей, которые оказались среди этих так называемых военнопленных? Нет, значит, там сейчас эти врачи, откуда, где, почему они были тоже захвачены и помещены вместе с офицерами? Так, сейчас скажу. Значит, на самом деле, вот они все были военнослужащими в тот момент. Среди них было очень много людей, призванных из запаса в сентябре 1939 года или накануне 1 сентября, накануне нападения Германии. То есть была всеобщая мобилизация в Польше. Ну, сначала частичная, потом всеобщая. И люди с гражданскими профессиями, среди них действительно много врачей. Ну и там архитекторы, вот почему-то архитекторы все мне попадаются часто, вот когда я вот, были призваны в армию и, так сказать, в соответствии со своими званиями офицеров запаса в ней служили и были взяты в плен как военнослужащие. Это относится к двум из трех специальных лагерей, к Козельскому лагерю и к Старобельскому. Кроме того, в плен были тогда же, в сентябре 1939 года, значит, ну понятно когда, во время, так сказать, освободительного похода Красной Армии в Западную Украину, в Западную Белоруссию. Формально они были штатские, ну, это уже, как это были поздно, значит, вот полтора десятка. Там же тогда были захвачены в плен польские полицейские. Да, но при этом надо вспомнить, что 80 тысяч бойцов Красной Армии сгнили просто на земле. Это, значит, сразу скажу, это тоже отдельные. И те полицейские, которые по приказу, но сразу должен опровергнуть это число.
значит, установлено, что в польском плену погибли от 16 до 18 тысяч красноармейцев, попавших в польский плен в результате вот той советско-польской войны. Есть расхождение между оценками российских историков и польских историков. На расхождение, с моей точки зрения, не очень кардинальное. Польские историки называют число 16-18 тысяч, а российские историки называют число 18-20. Вот, так сказать, диапазон этого расхождения. Но не 80. Значит, откуда взялось число 80? 80 было в плену. Нет, в плену было больше. Так, я получил окончание ответа на свой вопрос. Так, помните еще раз. Значит, ну, Александр, то, что вы сказали, мне, в общем, хорошо известно. Единственное, я на днях встретил про штатские. У одного историка указание на то, что там были штатские врачи, профессора. То есть это просто ошибка этого самого публициста. Это резервисты, призванные из запаса. Они были взяты в погоны. Призванные из запаса. Я так раньше, в общем, всегда и понимал ситуацию. Но среди жертв этого расстрела есть большая группа штатских, но они не задержались в лагерях военнопленных. Это штатские, это те, кто содержался в тюрьмах Западной Украины, Западной Белоруссии. Вот вы прочитаете эту записку Вели, эта группа там упомянута тоже. Вот. В той группе тоже были и офицеры, которые с опозданием захватили вот там, на Западной Украине, Западной Белоруссии, и довольно много штатских. Второй вопрос касается Харькова. Значит, как будто бы было известно о том, что вот в этом парки в пригороде тогда Харькова шли, то есть расстреливали людей в НКВД до войны. Почему немцы не смогли тогда, значит, раскопать, заняться этим делом? И, кстати, мне даже кажется, что Осташков тоже на какое-то время был, да, немцами. Сейчас скажу. Значит, все три эти места захоронений военнопленных, это не есть места, значит, установленные и специально для них. Это места, это так называемые зоны, где хоронили расстрелянных в 30-е годы. Почти в каждой области Советского Союза такая зона имелась. Вот, значит, в случае Смоленской области это вот был этот Катынский лес. В случае Калининской области это вот были эти места в районе села Медное. То есть там довольно много захоронено расстрелянных наших советских граждан, расстрелянных в 30-е годы. То же самое относится и к Харькову. Значит, немцы были действительно в Харькове, но у них никаких сведений про тот расстрел не было. Значит, у меня есть предположение, почему. Потому что расстрел... Не только про тот, а я слышал, что там вообще стабильное место расстрела любых там советских граждан, то есть это... Ну, это, значит, каким образом немцы... Как получилось, что немцы узнали про захоронение в Катыни, это тоже некоторая отдельная история. В значительной степени, я думаю, решающим оказался тот факт, что этих самых польских офицеров в Катыни, по-видимому, большинство их расстреляли прямо на месте в лесу над ямами, как было показано, а только меньшую часть расстреливали где-то в подвале в Смоленского НКВД или, может быть, в подвале вот той виллы, той дачи, которая там же была. Из-за того, что эти расстрелы проводились на открытом воздухе, а лесок маленький, и вокруг этого леса деревни, то жители слышали, и разговоры шли уже тогда, и когда немцы пришли, то, значит, жители сообщили каким-то сначала рабочим из какого-то поезда по ремонту железнодорожных путей. Немцы набирали в оккупированной Польше, так сказать, рабочих для восстановления путей. Организация ТОТ-то была такая. Вот они, значит, приехал такой поезд чинить пути. Где-то в 42-м году. И местные жители там как-то были контакты, им сказали, что вообще-то какие-то ваши вот там лежат. Вот пошли двое рабочих, стали копать, докопались до первого, значит, трупа в польском музее, испуганно закопали и, значит, и поскорее оттуда убежали. Но постепенно, значит, это стало доходить и до немцев. Вот такая была история в Катыни. Значит, что касается Харькова, то там расстреливали не в лесу, а расстреливали в Харьковском НКВД в подвале. То же самое в Калинине.
Значит, тут конспирацию удалось сохранить гораздо больше. А вообще расстрельных мест советских, ну, где немцы про них узнавали, то там они, так сказать, копали и обнаруживали. Ну, вот Винницкий расстрел, так, знаменитый. Почему в Харькове не сделали, не знаю. Значит, что касается Осташкова, город Осташков, немцами действительно на очень короткое время был занят. Это факт. Лагерь сам находился не в городе, а вот кто был на Селигере, наверное, многие были. Вот остров Столбный, Нилова пустыня, там находился лагерь. Значит, я на 100%, да, значит, на 100% не уверен, но, по-моему, немцы именно остров не захватили. Там долгое время линия фронта шла прямо по воде, в частности, по этим протокам в северную часть Селигера, который там отделяется от основной южной, очень узким этим. Вот прямо линия фронта вот по этой воде и шла. Точно известно, что немцы не захватили Медное. То есть не были они вот в том месте, где были обнаружены захоронения. Вот. Тогда последний вопрос самый. Значит, тоже на днях встретил информацию о том, что летом 40-го года советскими властями было принято решение формировать польскую дивизию, да, для, значит, дальнейшего, ну, для планировавшегося броска на Запад. Значит, встречали ли вы где-нибудь сведения о том, что уже тогда вот тех оставленных, значит, их оставляли с прицелом для такого использования? Или тогда никаких документах такой не фигурировал вариант? Нет, чтобы их оставляли для этого, это не, значит, это тоже известный сюжет, что в сентябре среди этих 395 человек, а к ним уже в тот момент прибавились еще другие, прибавились из числа интернированных польских военнослужащих, которые находились в лагерях для интернированных в Литве и в Латвии. Так, поскольку к летом 40-го года, значит, мы захватили еще и эту самую Прибалтику, то в руки попали... Почему-то Прибалтики такое Сталин не сделал. Армии Эстонии, Латвии и Литвы он не уничтожал. Но там были польские военнослужащие, интернированные властями Литвы и Латвии. Они ушли через границу. Они в сентябре 1939 года, значит, часть из них ушла через границу от немцев, была разоружена. Но литовцев не расстреляли. Этих поляков не расстреляли. Единственная сторона, которая так пострадала из армии. Вот. Значит, и действительно, в сентябре 40-го года из них выбрали группу, так сказать, наиболее лояльных, тех, кто, собственно, декларировал свою готовность к сотрудничеству, там не какому-то сотрудничеству там разведывательному или стучать, хотя, наверное, и такие были, а те, кто говорил, что вот мы хотим там, так сказать, воевать. Вот. Это вот была эта знаменитая группа Бернинга. Их вызвали в НКВД, их там привезли из этого лагеря, их там к тому времени их держали уже под Вологдой в лагере, в Грязовце, из Грязовецкого лагеря, их поместили на какую-то виллу НКВДшную в Малаховке под Москвой, и, значит, удостоил их аудиенции сам Берия, с которым они обсуждали вопрос формирования польской дивизии. Вот это известный эпизод, описанный в мемуарах. В ходе, значит, этого самого они были рады, что вот наконец их используют как бы по назначению, по специальности. И в частности, в ходе этой беседы они сказали, ну, так сказать, с командными кадрами для этой дивизии никаких проблем не будет, ведь у вас же в плену вот столько наших. И якобы, значит, вот такая, вот один из участников, сам Бернинг, в своих мемуарах пишет, что в ответ вот на эту реплику якобы непроизвольно Меркулов в присутствии Берии, значит, чего-то там буркнул, хмыкнул, что вот, вот эти, к сожалению, нет, мы тут с ними у нас тут ошибочка вышла. Да, именно ошибочка была такой. Вот такое, да. Значит, насколько достоверно это, вот я не могу поручиться, но такой вот живописное описание. Мысль о том, чтобы формировать эту дивизию, она, так сказать, возникла совершенно точно после расстрела. Собственно, про этот расстрел, как сейчас, такие есть предположения, что вот решение о том, чтобы расстрелять всех польских военнопленных, оно было возможно только в очень узкий промежуток времени, вот это временное окно, именно март 40-го года, вот ни месяцем раньше, ни месяцем позже, по-видимому, значит, это не могло прийти в голову. И чем это окно, так сказать, замечательно?
Только что закончилась война с Финляндией, военные действия. Так? То есть вот настал мир. И еще не началась, значит, война, еще не началось вторжение Германии в Данию, Норвегию и начало вот этой большой европейской войны. То есть это был март 40-го года, был момент, когда, значит, этим самым нашим небожителям, Политбюро и Сталину, казалось, что все вот, все так и кончилось. Вот мы подписали с Риббентропом пакт, вот мы, так сказать, нам осталось еще только его как бы реализовать в отношении Прибалтики, а так уже вся вот большая, большая драка все закончилась, и что нам делать с ними, вот они нам не нужны, вот они, так сказать, никак не поддаются этой самой советизации, агитации, вот они неисправимые, неискоренимые враги советской власти. Вот проблема, вот 15 тысяч человек сидит, вот проблема. Ну и, так сказать, вот нет человека, нет проблемы. Вот, ну это спекуляция, понимаете, вот нигде в документах это не зафиксировано, что это было так. Там есть и другие попытки вот как-то объяснить это решение, потому что, особенно с чем еще, Катынский расстрел чуть ли не единственная это репрессивная операция, для которой не удается придумать какого-то рационального объяснения с точки зрения Сталина, с точки зрения властей. Вот даже там большой террор, вот, так, вот эти 1 700 000 за неполных два года, 600 000, 37-38 год. Ну, можно и какое-то обоснование и объяснение, которое Сталину, так сказать, представлялось рациональным, необходимым. Можно, есть, так сказать, зафиксировано, можно. Все другие операции. Вот для этой, вот, так сказать, рационального. Тут и поэтому, значит, всякие версии эмоциональные, типа, что вот, вот Сталин был очень обижен за поражение 20-го года и хотел мстить. Вот так вот, что вот это, ну, месть не есть рациональный мотив. Так что вот с мотивами трудно достоверно как-то что-то, какой-то придумать мотив. А вот что касается вот момента времени, то вот, по-видимому, вот уже в апреле началось вторжение там в Норвегию немецкое. Так уже стало ясно, что все же большой войны, что большая война в Европе будет. Алло. Да? А что было потом, после сентября? Вот, после сентября было, вот с этими людьми. Ну, значит, их там, на этой Малаховке, там они стали готовиться к формированию этой польской дивизии. Именно в Малахове. Сначала, да, в Малаховке. Ну, там изучали уставы Красной армии. По ходу этого дела часть людей отсеивалась. То есть там кто-то отдался, но в начале июня 1941 года было принято решение о формировании польской дивизии. В начале июня 1941 года. Нажать кнопку. Значит, и даже место дислокации где-то в Узбекистане. Документ опубликован. Там крыльцо такое подавано. Нет, значит, это было начало июня, теперь, значит, настало 22 июня, когда все пошло, так сказать, прахом совершенно. И когда все пошло прахом, то возникла необходимость... А они были уже в Средней Азии? Нет, еще не были. Но это, знаете, от постановления Политбюро до решения все же время должно пройти. По-моему, решение там первые числа июня. Значит, тут возникла необходимость заключать союзнические отношения, союз с Англией, с Великобританией. Да? Англичане, к тому моменту польское правительство в эмиграции, польская армия, те ее остатки, которые уцелели, сумели эвакуироваться, тоже были в Англии. И Черчилль просто, так сказать, настоял на том, что, вот, что все же в рамках вот заключения этого союзнического соглашения с Великобританией, значит, Советскому Союзу нужно все же и с польским правительством тоже урегулировать. И 30 июля 1941 года был заключен договор, известный как это соглашение Сикорский-Майский. Майский советский посол в Лондоне, Сикорский польский премьер-министр и главнокомандующий. Согласно которому, значит, дипломатические отношения восстанавливались. Там договора о переделе между Советским Союзом, договора между Советским Союзом и Германией признавались, значит, недействительными, то есть пакт Риббентропа-Молотова. Значит, следующий пункт, что на территории СССР организуется польская армия, вот та, которая впоследствии стала Андерсон. Называться армия Андерсона. И из нее вошли вот эти малаховские офицеры.
Да, они туда вошли, но их разделили сначала. Нет, значит, дальше в этом соглашении очень важный пункт. Значит, амнистия для всех репрессированных польских граждан. Потому что помнить надо, что Катынь — это как бы верхушка айсберга. Потому что вообще-то вот за это время, вот с 17 сентября 1939 по 22 июня 1941 года, 400 было, 400, почти 500 тысяч человек было репрессировано. Вот этих бывших польских граждан. Были подвергнуты разным видам репрессий, не расстреляны. То есть из них часть еще была и расстреляна небольшая. Значит, вот польскую армию из кого организовали? Вот из этих, кто оказался в лагерях, там на спецпоселении. Я говорю только об офицерах. Да, значит, вот кроме расстрелянных офицеров, и вот кроме расстрелянных военнопленных, были еще рядовые военнопленные, которых не расстреливали. 25 тысяч рядовых. К началу войны с Германией, в лагерях войны. Я законкретизировал вопрос. Да. Произошло разделение на тех, кто пошел в армию Андерса и в армию просоветскую? Вот о чем я говорю. Нет, значит, на территории Советского Союза польская армия существовала в каждый момент только одна, а не две. Там не было возможности выбрать. И эти самые малаховские, так вот, с Бернингом и так далее, которые, так сказать, 22 июня они еще написали рапорта, что просим нас там направить в любом качестве в армию, значит, им НКВД сказало: «Ша, ребята, идете вот туда, в эту армию Андерса». Вот, и они все туда пошли. А где она формировалась? В Советском Союзе. В Среднем, в Ташкенте. Ну, она поначалу, она там в Саратовской области, Оренбург и Чкаловской тогда. Там, ну, понятно, и потом они уже... А потом эти места формирования уже поздней осенью было принято решение вообще в Среднюю Азию перенести, там они формировались. Но это там длинная отдельная история. А потом они и оттуда же, из этой Средней Азии, эвакуировались в Иран. Да. В армию уже просоветскую, польскую, набрали офицеров из следующих волн репрессий? Да не было там офицеров, вообще была проблема. То есть там уже не было вообще офицеров советской. Вот, значит, армии. Из этих самых, вот в эту самую армию Бернинга, из армии Андерса попало 4 офицера всего осталось к тому моменту. Четверка, известная, так сказать, по фамилии. Ну, как при эвакуации армии Андерса 4 польских офицера отказались с ней эвакуироваться. Понятно. И остались в Советском Союзе. Они составили ядро вот этого просоветского войска польского. Да даже не ядро, там, понимаете, просто нужно было кого-то назначить командиром дивизии. Ну, понятно. Вот Бернинг был там подполковник, было еще два там среди них подполковника. И нет, один еще подполковник, один там поручик, кстати, летчик его. И с офицерским званием адъютант Бернинга, женщина, которая тоже осталась, которая стала его женой. Ну вот это четверка. Хорошо, дорогие, проблема в том, что с одной стороны нас поджимает время, обычно мы тут до 8, здесь они тоже за бесплатно сидят, сотрудники независимого пресс-центра, но сегодня нам разрешили немножко подольше. Нам пришел советник по культуре посольства Польской Республики господин Грали, доктор истории, и может быть мы ему дадим слово, если ты готов, настроен, или может, вопросы будут. И если у нас еще останется время, то тот, кто хотел выступить, после этого сможет выступить. Но на вопросы Александр Дмитриевич, по-моему, на все ответил, и мы услышали такую новую дополнительную информацию. Ну, во-первых, я приношу извинения, что с опозданием, но я предупреждал, я просто читаю по средам лекции в НГУ. Но подозреваю, поскольку услышал последнюю часть, последние вопросы, я думаю, что большой, так скажем, массив вопросов уже поставлен и прошел. Но я позволю себе все-таки несколько дополнений сказать, что действительно за офицеров армии Андерса, бывших, оставалось 4 человека. Но все-таки сказать, что только эти 4 человека были офицерами будущей армии Бернинга, это тяжеловато. Поскольку есть вопрос, кстати, вообще тоже профессиональных военных, которые попадали потом в армию Бернинга, которые раньше не успели в нее попасть. И не только офицерских чинов. Вот вы спрашивали, где информировались, там по Среднюю Азию и прочее. Нет, это Бузулук, Тоцкое, Оренбург и эти места. Вот как раз именно там, в Тоцкое, пришел в эту армию брат моего отца, который был рядовым до военной польской армии, взят в Бресте, попал.
условно скажем, на восток, который в России часто бывает севером. Короче говоря, он смог дойти до армии Андерса, освобожден в порядке амнестии. И это был, скажем, профессиональный практически, можно сказать, уже военный, но пошел за армию Андерса. А вот его кузены не успели, не дошли, и они уже составляли унтер-офицерский, я бы сказал, костяк армии Берлинга. А судьбы были разными. Были офицеры запаса, которых не приняли в армию Андерса в свое время. Например, проходил вопрос подозрения к людям левых убеждений, бывшим членам левых партий, например, такой известный польский очень историк Юлиш Бардах прошел через это. Все-таки офицер запаса, преподаватель университета и прочее из Вильнюса. Подозреваемый, поскольку как довоенный левый, да еще еврей, как потенциальный агент. Он не смог пополнить шеренги армии Андерса, и пришло ему выходить с Берлингом и так далее. Но такую судьбу вы видели на фильме, человека, который не успел, правда, не успел, вся еще он появляется как офицер, правда, получая звание выше в другой армии. Кроме того, разными путями потом находили людей, которые, правда, вкраплялись в кадры армии Берлинга не только на территории Советского Союза, а уже потомка, в порядке появления на польской территории. В эту армию все-таки поступали тоже и профессиональные военные офицеры польской армии, и поступали подпольных организаций польских офицеры и так далее, и так далее. Так что армия в момент формирования вот этого костяка в Сельцах, когда это была только первая дивизия Костюшки, а армия в последний день войны, это два абсолютно разных офицерских состава уже. Независимо от того, что действительно много, как это говорят на Руси, засланных казачков, конечно. И людей, которые исполняли обязанность поляка, как тогда говорилось, с записанной биографией и прочее. Но тем не менее, все-таки со временем этот коэффициент профессиональных довоенных, военных, профессиональных довоенных офицеров увеличился. А если есть вопросы, поскольку я, к сожалению, не присутствовал на дискуссии, я, конечно, в силу своих познаний в этой области, далеко уступающих знаниям господина Гурьянова, я, конечно, готов ответить. Хорошо, давайте сделаем так. Вот вопросы можно было задать, поскольку Херонь уже здесь. Но у нас еще была цель провести какую-то дискуссию. Я говорил, что мне вот странно, что может быть дискуссия по этому фильму. Однако вот это мое мнение, а есть другие мнения. Если Алексей хочет высказаться по этому поводу, то давайте его послушаем. Вопрос. Хорошо. Но представьтесь, пожалуйста. Давайте, но нам надо успеть, Алексей. Хорошо, вот у Володи есть маленький вопрос. Минутку, да? Два вопроса зададим, потом можно будет проблемы задать. А вот Карл Цвельчевский, это герой Испанской войны, он когда появился? Он воевал в армии Бермана? Ну нет. Если называть это армией Берлинга, он все-таки был связан с этим клубом, который выдал себе идею армии Берлинга, но как профессиональный офицер Красной армии, с не очень удачной картой, особенно Вяземской операции, и потерял всю свою дивизию. Это был его первый опыт, а последним был несчастный, потеря половины второй польской армии под Балценом, где точно те же самые ошибки повторял. Но в принципе, как он появляется в армии Берлинга, мы имеем точное описание в мемуарах самого Берлинга. Если верить мемуарам Берлинга, когда появляется коллега по чину и рангу выше, который прислан с Красной армии, чтобы поддержать, так скажем, уровень офицерского образования, здорово напившийся, и начинает ему объяснять разные особенности своей карьеры и вообще, что он кавалерист и так далее. Да, он вошел в эту армию, а как один из тех, которые должны были, как потом Поплавский и так далее, которые должны были составлять тот самый надежный офицерский костяк этой армии.
Но во времена армии Андреса, конечно, никто не подумал, что можно бы офицеров Красной Армии предавать, так скажем, армии, формирующейся польской армии, с довоенной польской армии. Спасибо. Еще один вопрос. У меня конкретно... Представьте, давай. Пожалуйста. Волк Сергей Владимирович. А ты что, не знаешь Сергея Волкова? Зрители не знают. Для протокола. Вот что за... В печати, значит, несколько раз, постоянно приходилось встречать такую вещь, что будто бы те материалы, которые были переданы Польше вот, в начале 90-х годов и имелись в Национальном институте памяти или в чем-то таком, они были потеряны. Вот что действительно, это я был очень удивлен, когда я читал, но поскольку читал несколько раз, что действительно такое было возможно или как это. Но вопрос намного более сложный, но как раз я думаю, что пан Александр может намного более развернуть, там, как напарник все-таки институции национальной памяти. Я знаю, я помню про эти сообщения, они как-то, так сказать, недоумение какое-то вызывают, потому что, ну что, там передавались копии, даже если какая-то копия потеряна, то подлинники все равно, так сказать, здесь находятся. Но что это, что реально было потеряно, я не знаю. Ну вот мне тоже показалось это невероятно. Понимаете, что поляки, которые с такой таким трепетом относятся к истории, могли потерять. Ну, может быть, и могли, но такого, значит, никакого значения это не имеет. Нет, я понимаю, да. Но могу только добавить одно, что когда содержимое этого преусловутого пакета попало в канцелярию Валенсы, и получил ее прямо из рук президента, тогда заведующего международным отделом покойный профессор Жуковский, то в тот же момент было просто это размножено, это копия на 12 копий, которые пошли эксперта. И я просто два дня после того момента уже сам смотрел эту тоже копию с копий. И это все есть. Но я все есть. Спросил, что мне казалось совершенно невероятно, чтобы это не было тут же размножено, понимаете? Поэтому... Тем более, что это не подлинно. Ну да, но это не важно, просто вот постоянно приходилось в нашей печати писать, что это все потеряно, и теперь вроде как разговора нет. Вот, подлинники лежат, И второй конкретный вопрос. Ну вот были переданы, и вот этой брошюре сказано, что были переданы и с украинской стороной, и значит, с российской списки вот этих лиц, поименные списки, ну они, видимо, на русском языке, так я понимаю, были. Они где-то опубликованы или где их можно найти? Ну, в принципе, практически, это, так, ну, список вообще восстанавливался еще до передачи. Потом, практически поименный список Катынский напечатан, он есть. Он несколько раз выходил в начале в нескольких томах. Это, как сейчас два процедия, пани Александр? Ну, это, нет, значит, опубликовано, все это опубликовано, эти документы. Да. В принципе, ну, это и карта даже напечатана. Да, значит, есть несколько изданий, да. Значит, все эти списки опубликованы. Но они на русском или на польском? Сейчас скажу, значит, они в России, они ни разу не. В Польше есть вышла одна книга издания, где они опубликованы на русском. А, вот мне это интересует. Да, значит, опубликованы на русском списки именно военнопленных из трех лагерей. Да. Теперь, значит, но еще эти 7405 арестованных, они тоже опубликованы только в Польше. И насколько я знаю, на русском языке они не публиковались, только на польском. Но они тоже, так сказать, доступны. Вот у нас в мемориале лежит ксерокопия этого украинского списка. А, вот это мне все понравилось. Ну, то есть тут сразу, когда об этом мы говорим, то надо сказать, что все же этот украинский список – это заключенные тюрем. Да. Известны по именам. Заключенные тюрем, расстрелянные по этому постановлению, из тюрем Западной Белоруссии до сих пор неизвестны. Списка этого нет. То есть вот из общего числа жертв 22 тысячи, поименно известно 18. Понятно. 4 тысячи это белорусские. 4 тысячи это по виду, ну вот есть такая оценка, там чуть меньше, 3870 вроде бы, что это должен быть белорусский, список которого до сих пор нет. Спасибо. У нас осталось еще немножко времени. Может быть, мы послушаем Алексея. Мы договорились два вопроса, и мы их, и они были заданы. Вот я сразу скажу, что мне кажется...